Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале магазина Улей. Меня зовут Александр, и в этом видео я сделаю обзор утеплителей, изготовленных из агроволокна, наполненных синтепоном. Агроволокно – это очень легкий, экологически чистый, нетканый материал, изготовленный из полипропиленового волокна, который не выделяет никаких токсических веществ. Свою популярность этот материал получил благодаря использованию в сельском хозяйстве. Он не пропускает влагу, но при этом отлично пропускает воздух, то есть вентиляция в улье не будет нарушена. Также мы используем этот материал, потому что он очень устойчив к морозам, и его не грызут пчелы и другие насекомые. Ну а синтепон давно известен своими теплозащитными функциями. Еще его большой плюс в том, что он сразу восстанавливает свою форму и не сбивается в комки, как это происходит с другими материалами, которые используются для утепления. Вот и так и получается, что использование агроволокна с синтепоном – это очень хорошее сочетание, потому что агроволокно не допускает холод и влагу к верхним слоям синтепона, а тепло, которое вырабатывает пчелы, синтепон хорошо задерживает в верхней части улья. В нашем магазине вы найдете утеплители трех видов. Это утеплитель на многокорпусный улей 500 на 500, толщина 20 мм. Есть утеплитель на улей лежак 800 на 500, толщина тоже 20 мм. И утеплитель на боковую стенку ульев 450 на 350, толщина 12 мм. Также вы можете заказать пошив утеплителя по вашим параметрам, то есть под заказ, пошьем любой длины, ширины и даже толщины. Ссылки на все утеплители будут под этим видео, и также там будет ссылка для пошива под утеплителей под заказ. С вами был Александр, подписаться на наш канал можно по этой ссылке. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новом видео, которое выходит на нашем канале. Оставляйте ваши комментарии под этим видео, ставьте лайки. Всего хорошего, пока!